Приветствую всех на моем канале «Товар из Китая». Меня зовут Вячеслав. И сегодня в этом коротком видео мы поговорим с вами о камере. О камере Poco F3. И хотя здесь модуль камеры от Sony IMX582, я не понимаю, почему столько негативных отзывов об этой камере. Мне камера Poco F3 очень понравилась. И давайте приступим к видео и посмотрим, почему. Кстати, сейчас съемка видео ведется в 4К. Оценивайте, пожалуйста, качество видео и звук. А мы приступаем к тесту камеры. Поехали! Итак, мы имеем тройной модуль камер и отличную светодиодную вспышку. Основной модуль камеры от Sony, Sony IMX582 со светосилой f1.79. Далее идет широкоугольный объектив на 8 мегапикселей, тоже от Sony, IMX355. Со светосилой f2.2 и макромодуль 5-мегапиксельный от Samsung S5K5E9 с апертурой f2.4. Модуль камер слегка выступает из корпуса. Фронтальная камера у нас на 20 мегапикселей, модуль от Samsung S5K3T2 со светосилой f2.45, делает неплохие селфи. Ну и давайте зайдем в интерфейс камеры и все посмотрим по порядку. У нас идет первый режим Pro, где можно вручную выставить баланс белого, экспозицию, ISO и так далее. Режим видео может снимать двукратный зум есть, и можно перейти на широкоугольный объектив 0.6x. Максимально снимает видео в 4К 30 fps, есть электронная стабилизация. Также Full HD 60 fps, стабилизации нет. И Full HD 30 fps тоже есть стабилизация. Далее режим фото. У нас есть зум двукратный, пятикратный и десятикратный зум. А также переход в сверхширокоугольный объектив. Дальше идет портретный режим или режим боке. И еще. Здесь есть ночной режим, режим 48 мегапикселей, видеоклип, панорама, видеоблог и документы. Ну а теперь давайте смотреть по порядку тест фото и видео на Poco F3. Тест видео Full HD 30 кадров в секунду Poco F3. Отлично отрабатывает стабилизация. Тестовое видео. Сделаем двукратный зум. Да, даже это трехкратный зум. Стабилизация присутствует. Вернемся в исходное положение. Тест видео Full HD 30 кадров в секунду. А это тест видео Full HD 60 кадров в секунду. У нас лето, поют петухи. Замечайте, есть стабилизация или нету. Попробую увеличить зум. Двукратный зум. Съемка видео Full HD 60 кадров в секунду. А это тест видео на сверхширокоугольный объектив Poco F3. Я иду, как видите,
стабилизация здесь присутствует. Съемка видео Poco F3, сверхширокоугольный объектив. Съемка видео в 4К. Дружок. Дружок. Молодец. Молодец. Попозируй на камеру. Дружок. Дружок. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Съемка видео в 4К. 30 кадров в секунду. Давайте проверим автофокус на Poco F3. Да, фокусируется мгновенно. Еще раз, проверка автофокуса отрабатывает отлично. Ну а это тест видео на фронтальную камеру. Смартфон Poco F3. 20-мегапиксельная камера. Я иду, оценивайте, есть ли здесь электронная стабилизация или ее здесь нету. Тест видео на фронтальную камеру. Подводя итог, друзья, хочется сказать, что камера в Poco F3 мне в целом понравилась. Модуль от Sony MX582 делает неплохие видео и фото, и в ночном режиме, и в дневном режиме, и при плохом освещении неплохо снимает видео в 4К, и звук отличный. Пишите в комментариях, что думаете вы об этой камере. А у меня все. С вами был Вячеслав. Ставим лайки. Ну и всем пока!